Интернет-магазин Good Steam. Лицензионные компьютерные игры по самым доступным ценам. Магазин является официальным партнером с компанией 1С Soft Club. На все игры пожизненная гарантия. Ежедневные акции, конкурсы, раздачи. Система накопительных скидок. Имеется своя группа ВКонтакте. Также здесь проводятся интересные рандомы предметов по CSGO и не только. Можете испытать удачу и выбить себе классный ножик. Промокод на скидку всем подписчикам вы найдете в описании. Всем привет, чуваки, с вами Акул, и сегодня я решил записать патруль для вас, давненько не записывал. Так, сейчас проверю, да, запись идет. В общем, давненько не записывал, да, всего я, наверное, 3 патруля выпустил, да, или 4 где-то. Сегодня 5-й Акул ловит читеров, и надеюсь, нам попадется читер, которого мы забаним, да. Прошлый раз я, скорее всего, лоханулся, там был не читак. В общем, надеюсь, сейчас я не лоханусь. Вот. Надеюсь на это. И вы, ребята, напишите обязательно в комментариях, как вы относитесь к тому, что, ну, угадал ли я или не угадал. В общем, давайте начнем, загружаем дело. Так. Что-то у нас интересного. Скоро катается, ой-ой-ой, скоро катается, да, 12 марта, ребят. Так, секунду, сейчас я закрою контакт, потому что он мне будет мешать. И поехали. Скоро катается, 12-15 мы, конечно же, с пика дадим прогнозы на это катается. Ладно, ребят, поехали. SEAL Team 6, сформировано в 80-м году. Капитаном-лейтенантом Ричардом Марсинко. DevGru. Окей. Так, ну и смотрим. Наш The Suspect делает распрыжку. Это говорит о чем? Это говорит, что он не нубас. И он не умеет играть. Так, ну я так понял уже... А, уже 11 раунд идет. Так, ну это дефолтный хае в ответку. Чекает... Так... Ага, он ждет выхода. Тут видит смог, но... Ну, это дефолтные прострелы в дым. То есть, вдруг мент кинул дым, чтобы пройти в этот смог, но наш The Suspect не угадал и просто зарандомил. Пока ничего такого сверхъестественного не происходило. Но мы также смотрим и на им этого чувака. Так, он откидывает флеш. У нас слепой чувак выходит. Ой-ой-ой-ой, какой хедшот он дает. Жесткий. Так. Вот за машины. И. Ага. Вы знаете, ребят, мне кажется, здесь АИМ. Да. Какая-то слишком странная стрельба, либо GoTV лагает, но здесь, очевидно, скорее всего, это был АИМ, потому что он двоих убил просто так жестко, что я раньше таких киллов просто не видел. Особенно первого. Ну, может быть, рандом шот. Сейчас посмотрим. Итак, он поставил бомбу, выжидает с КТ. И, о боже, какой же префайр. И какой хедшот с такого расстояния. Это... Да, вы видите, какая странная стрельба у него, ребят. Очень странная стрельба. И я думаю, что здесь, безусловно, есть АИМ. Да, ребят, я уверен, что у него есть АИМ. Но давайте все-таки смотреть дальше. Итак, он опять дефолтно входит в эту позицию. Откидывает хаешку. Ответ получает 2 хае, но вообще его не дамажит. Так, он провел прицелом сквозь стенку, но не стал стрелять. Это было бы, наверное, палевно с его стороны. И так, он зачем-то встал АФК. Угу. Подпрыгнул. И чего он ждет? Ага, чекает зигу. Угу. Попал хаешкой, поэтому ему засчитали ассист. Он опять прыгает. Чувак реально любит прыгать. Итак, он уходит. Здесь он слышит близко и убивает хедшотом. Здесь более-менее. Да, ребят, пока что он палится только с АИМом. Я готов уже дать убедительное доказательство, что это АИМ. Но мы все равно дальше смотрим. Остался один мент, который там на зиге что-то тусуется. И непонятно, почему террору не ставит плент. И зачем вообще бомба идет по ДЛ на А? Ну, боже, бомбу потеряли. И... не знаю, зачем бомба шла одна по ДЛ. Так, ага, увидел, хорошо.
Выходит, чекает, чекает. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, это точно АИМ. Это точно АИМ, потому что... Ну, так жестко попадать хеды. Я не знаю, даже скрим так не попадает, как этот парнишу попадает у нас. Ха. Ну, серьезно, ребят, это очень как-то жестко и... Ну, он четко распрыгивает, я должен заметить. Ага, слышит двоих. И почему-то он на них не вышел. Он бы здесь их спокойно забирал, но не рискнул. О, террор... Ой, ментов, кстати, эко-раунд. У-у-у! Вот это да! Вот это я понимаю скилл, да? Я не знаю, ребят, но походу здесь еще и ВХ, потому что он кинул четкую ХЕ под ноги. Кидает дым. И... Да, конечно, убивает этого чувака. Потому что у него есть АИМ. Какая-то странная стрельба, ребят, да? И мне кажется, здесь выход тоже есть, потому что странный, очень странный префайр был в хедшот. То есть, ну, хедшот здесь понятно, но префайр это был очень странный. Так, он кого-то ждет в тэшке, но знает, что там никого нету. Так, выходит в мид. Непонятно, зачем здесь садиться. Если у тебя им зачем кого-то выжидать, ты можешь выйти и раздать хедшоты. Да. Слышит в миду и... Уходит, убивается своего АИМа, попадая все патроны просто в чувака. Все три патрона выстрелил, попал в него. Да, ребят, это какой-то сумасшедший парень. И он опять свою распрыжку, эту супер распрыжку использует. Он только так двигается. Сзади террор пытается повторить его за него распрыжкой, но у него ничего не получается. В итоге они друг к другу сели. Да. ВХ, возможно, нет, ребят. ВХ нету, но АИМ точно есть. Так, зачем-то террор режет своего. Непонятно зачем. Скорее всего, мисклик. Итак. Наш джампер опять допрыгивает до темки. Видит, что у него есть бомба. Прыгает в нижнюю тэшку. Получает хаешку прям в мордашку себе. Откидывает... обратную ХЕ, но тот чувак уже убежал, ага, видит миди авапера, кидает дефолтный смог. Окей, дефолтный смог. Угу, парень знает, это дефолтный смог, уже радует. Флешку кидает мид, и у нас слепой авапер. Еще одну флеш. Опять слепой авапер, а нет, это своего уже на этот раз зафлешил. Авапер вовремя смотался. Но тем не менее он походу... А нет, смотрите, убили. Ну там авапер убежал вообще в плент. Итак, на зиге. Ну, АИМ тут точно есть, ребята. АИМ тут 100%. Ага. И может быть ВХ. Может быть ВХ, но пока он не палится. Так, ставит плент. Окей, поставил плент. Уходит в гусь. Убивает долматяна. Долматян. В общем, ребят, если даже есть АИМ, это по-любому вагбан. То есть, неважно, я поставлю ВХ, не ВХ, а это АИМ. То есть, ему обеспечен вагбан. Итак, Толкун убивает у нас Макава и Назиги. Красный совершенно, но за саспекту неважно, красный или не красный. Он сейчас попадет хедшот, ребят, смотрите. Просто знает, что Назиги есть парниша, и ему сейчас... О! На лонге! Ой-ой-ой, как он на лонге не отстрелил, а? Ну, я же говорю. Не проблема. Ой-ой-ой. Как он его не убил? Странно. Я же говорю, не проблема. Он все равно попадет в хедшот. А вот с логом он стрелялся, конечно, долго. Хотя и попал. Очень красным оставил. Так он опять допрыгивает своими суперскими распрыжками на лонг. Кидает флешку и запрыгивает за синий ящик. Ага, знает, что в яме. Каким-то образом знает в яме синий чувак. Но почему-то... ХЕ силёнок не хватило докинуть. В общем, он что-то топает, разворачивается, не понятно, что делает. И... Ага, услышал. И... Ага, ну все, сейчас этот чувак труп просто. Ага, он решает вообще его зарезать. Но это у него не получается, вот же нубас. Итак, 9-6 заканчивается первая половина. И пистолетный раунд у нас. Посмотрим, как АИМ действует на пистолетах. И любимая пушка читера, походу, по 2000. Итак, он не попадает ни одним патроном. Походу, отключил свой сраный АИМ.
И двое на зиге все-таки прошли. Так, ну здесь Аима нет, ребята. Аима здесь нет, потому что он вообще не попадает. А, хотя попал в тело. У-у-у! Да, ребята, да. Я не знаю. Я просто не понимаю. Либо у него ВХ. Не, ВХ тут есть. ВХ тут есть. Он не мог так с прифайра четко выйти и в голову дать. Так что, ребята, это ВХ плюс Аим. Да. Угу. Здесь он не попадает, но дефолтно. И, скорее всего, он отключил свой Аим и ВХ. Он просто один раз... Ага, дефузит. И его убивает, окей. Окей, его убивает. Взял дигл свой любимый. И посмотрите, ну это ВХ, это точно ВХ. И да, это ВХ и Аим, ребят. Вот в этом моменте он 100% спалился, ребят. 100%. И с ВХ, и с Аимом. Невозможно так стрелять. Точно. То есть, ну, может повести один раз, но два раунда подряд такое вести не может. Вы посмотрите, ждет уже, ждет. Ждет. Просто наш джампер, я не знаю, попрощается с аккаунтом со своим, я не знаю, у него есть ли там Cyrex или AWP Boom, что-нибудь такое, но здесь 100% имплес. Ну, посмотрите на это, ну. Здесь, возможно, не было АИМа, но... ВХ точно есть, потому что он с прифайра ждет. Ну давай, давай. Давай, чувак, попадай хедшот ему. Оп, пробежал. Ну он знает, что здесь второй, ему хедшот. Бедный красный чувак. И то получит хедшот, вот посмотрите. Посмотрите, сейчас вот. Оба! Оба, нет. Не попадает, выключил свой аимчик. Или у него аим в прыжке не действует, надо же. Так, ой-ой-ой. Ага, красного чувака убивает хедшот, как я и говорил. Красного чувака убивает хедшот второй раз. И, ребят, здесь можно уже заканчивать запись, я ему дам и ВХ, и им. Я думаю, со мной вы тоже согласитесь. Итак, не убивает, окей. Помощь прицеливания. Есть убедительные доказательства. Помощь обнаружения. Есть убедительные доказательства. Другие вспомогательные средства. Недостаточно. Неподобающее поведение. Ну, вообще, читеров можно назвать уже как... это уже и есть неподобающее поведение. Но так как имеется в виду тут вредительское, неспортивное, что-то там, короче, бомбу не давал или типа этого, то здесь все чисто. В общем, ребят, опубликуем вердикт, то, что у него есть АИМ, есть ВХ. Если, ребят, не согласны, вы напишите в комментариях, поставьте лайк под этим видео. И также, если вы согласны, тоже ставьте лайк под этим видео и пишите в комментариях, как вы думаете, читер это или нет, ребята. Нет, я не пойму людей, которые напишут, что это не читак. В общем, спасибо, в общем, в любом случае, спасибо, что посмотрели этот ролик, подписались на мой канал, увидимся в следующих видео «Акул ловит читеров». Пока! Ба-бам! Готово!